Назвать имени учиться, а там два, видимо, два владельца, вот они назвали 50%. Может быть, да. Что мне 50% назвать? Может быть, там 50 вопросов? Нет, 50 на 50. Может, вот там 50, запятая, на 50. На. Творцы! Все, можно. Давай, все, Оля, надевайся. Надевайся. Готовились репетиции сейчас. Да. Так, значит. Включайте нашу. Правильно, да, но что это руки? Окончил, да? Отпить или съесть, ну, главное без звука. Сейчас. Общаетесь без звука. Давай выпьем. Давай на бокал. Лариш, лучше перейти туда, да. Ну или просто пока отойти. Так, возвращаем. Спасибо. Сейчас копить не достанется. О, вот так вот вообще красиво так смотрим. Девушка за столом, вот которая на веранде. Девушка. Да. Пожалуйста, пересядьте налево на правый стул. Ну, это ж не проблема. Лена. Лена подошла сюда, костюмы. Быстро. Толян, дай камеру на, как называется, на ступеньки.
Если я буду показывать ступеньки, я вас увижу. Да и... А что, там нельзя быть играть в общем максимально. Вы, кстати, не очень плохо снимали. Дайте сюда плевательницу. Бедро, дай белую рубашку. Замените. Ребята, у кого вот у этого? Который сопливает. Полянчик, а если ты стол возьмешь хотя бы правый? Ну это вообще было бы шикарно. Ну, я бы пачку сока убрал, да? Вот. Ну, что не бери там, вот только вокруг, и все. А что ты делаешь стол побольше делать? Так. Нет, сюда, сюда, на что? Сразу после вот этих всех людей. Репетиция! Дорогие, можете, пожалуйста, отойти в сторону? Вы сейчас в кадре у нас будете. Спасибо большое. Да. Просто уйдите оттуда, ладно? Вправо, влево, куда-нибудь. Да, Толечка, ну конечно же сокращаешь движение, принимаешь их на лестнице ближе. Не-не, ребят. Ну так, это не будет. Это лестницу я уже видел, понимаешь, да? Я вот так и стоял вообще. Подойди ближе, пожалуйста. Вот так, сюда. Еще, еще, еще. И направо камеру. Такая весь выбор. Это плохо. Ну вот, я вот поэтому вот так и стал. А может кто-то поднял шоссовку или будет? Вот дай чуть-чуть направо там. Направо, да, чуть-чуть? Направо, 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 еще, еще. Так, замечательно. Теперь, ребята, пошли, начали. Сашуля, два меню оставляешь? Два меню оставляешь, сразу кладешь два меню и подводишь. Сейчас надо, я ожидал. Рацию ты отберите у Саши. Уберу, уберу, уберу. Да, давайте. Еще одна репетиция. Сейчас мобильный надо делать. Стол второго плана вот по кабелю подвинуть направо. Если бы фильм пародия, то я бы... Побежали все, да, побежали уже. Пожалуйста. Ко мне, в мою сторону, ребят. Бернард, блядь. Еще двигай. Никачка, и вот так, да, сделать. И переходят участники наших съемок. Вот жду рубашку на молодого человека. Девочки, ждем костюм. Мы готовы снимать. Рядом же стоял. Он спрашивает. Димка, чего ты спрашиваешь? Стоп, на чем? На чем стоп? Да. Я скажу. Ты услышишь, когда я скажу стоп. Садитесь, вы садитесь, ты берешь меню, а оставь одно меню. В принципе, в хороших ресторанах оставляют два, но этот ресторан очень хороший. Поэтому ты оставляешь одно меню. Саш, покажи, пожалуйста, на переодетого молодого человека. Покажите, пожалуйста, сейчас покажу.
Молодец, вот, хорошо. А то ощущение было, что вы старый солдат и не знаете, что это людей. На то. Ой, можно я здесь буду, ладно? Вам, конечно, можно. Спасибо тоже. Мотор! Зрители, я еще лучше. Мотор, тренер. Да, если этот кадрик вы пропустите, ничего страшного. Подожди, покажи мне, а где зрители? Да нет там зрителей, да не стоит. Я сейчас на движении вот так пойду и там уходите. Ребят, вас все здесь. Давайте постоим, ребята, уходим. Стоп, камера. Еще раз покажи, я чтобы посмотрел. Ну это человек, а Кавказе здесь есть, нарды играет. Да. И музыку слушает. Музыку слушает про себя. Все, ушли. Мотор? Саша, два шага вниз. Уйди. Нет, ты как хорошо. Начали! Это было снято. Нет, Рэйчел, любимая, сейчас я это буду обрезать. Следующий кадр снимаем. Это снято, мне кажется. Снято, да, кажется? Иди. Снято. Разрезку. Мы тут стараемся, едим. И раз. Они нас даже не могут снимать. Ну, смотри, люди долбят этот салат, даже не в съемку, короче. Конечно, никого не кормили. И места белые. Нет, пожалуйста.
Салаты, 4 подноса, горячие, и снова выпить.
За что мы пили? За съемку? Да. Выписку, отчитаем. Выписку, а потом это скалат. Водой.
ребята, здравствуйте. Юр. Может, тебя на секунду? Нади. Давай. Толя, подойди, пожалуйста, к лестнице. Снимем подходы по аллее двух героев. А, в зале, ребята, камеру, Макс, появляйся на общем плане. Толь, покажем на камеру. Давайте всех тогда лично. Посоветуй примеру. Да уже они этим занимаются. Они просто... Сейчас все На мне будет долго и неудобно. Дайте мне полотенце, мне неудобно. Да, давайте. Так, ребятки, здесь будет Макс. Нет, не здесь, давайте туда уйдем. Давайте правее камеру. Девочки, да. Сейчас это в кадре, давай камеру. А я сразу же... А, ребятки, уберите это все. Уходим. У нас здесь получается, у меня уходим. Откуда она пошла? Да. Лево по штативу. Сейчас посмотрим, репетиция. Лево по штативу. А он увидит ее? Макс, брат, да, это персонажа, да, я тебе говорю? Уходи от себя направо, вот вдоль этих шашки. Уходи, ты оттуда пойдешь. Да, ты оттуда пойдешь сюда. Добро. Тебе 30. Макс! Да, добро, понял. Понял, да? Дайте по первому плану, чтобы какая-то шторка мешала. Толенька. Что-нибудь висущее, висушка какая-то там на веранде есть, блин? Есть. Занавеска, что-нибудь. Вот. А другая может быть? Ну, может и так. Он будет слева направо, ты справа налево. А Жозик? Сделай еврея Финчинского, пожалуйста, из кадра. Да, давайте. Пойди, Макс, я тебе крикну, а ты посмотришь по левую, ну, покажи тоже, куда надо посмотреть, Макс, по левую сторону от тебя. Да, Катя, вы еще не застали. А, все. Стол смотри, что? Пойдем. Да? 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 Мусечка, сейчас мы снимаем оклики, чтобы общий план снять, понимаешь? Сейчас мы просто это снимем технически. Да, пошел, Макс! Ребят, все ушли в кадр! Макс, пошел! Макс, иди, иди, блядь! Макс, да нет, блин, я тебе сказал, вот... Брат! Вот отсюда тогда! Спасибо, я готов. Нет, ребят, вот отсюда он должен идти, вот отсюда, вот от нас. Идет как будто к выходу, его отвлекает берег. А, все, вот, Егор, понял. Егор, впереди себя. Обрежь лево, вот. Пошел, иди пускай вообще эту шутку. Подожди. Эй, Макс! Сюда иди. И пошел.
Вот, Игорь.